Здравствуйте, дорогой зритель. Зовут меня Сергей, канал Домовенок. Совсем недавно вышло видео, где я делал разметочный нож. И, как обещал, сегодня поговорю о его плюсах и преимуществах перед другими видами разметки. Ну, в частности, какая у нас разметка самая доступная? Это карандаш. Сейчас что-либо разъяснять, я думаю, не стоит, а сделать выводы после наглядного примера. У меня есть два брусочка, вот этот рифмусованный, этот нет. Ну, допустим, нам надо соединить его в пол дерева. То есть здесь сделать выборку, и после нее, после удаления материала, брусок должен плотненько стать под склейку, допустим. Зажимаем в тисках брусок наш. Беру остро заточенный карандаш, делаю разметку. Вторую разметку делаю ножом. Он имеет одностороннюю заточку, скосом наружу, плоскостью вот этой спинкой к шаблону или к бруску к нашему. Ну и, как правило, по карандашной разметке мы всегда берем пилу, ставим либо на карандашную, но лучше советую взять и поставить в сторону удаляемого материала вот этот. А в случае с разметкой ножом беру стамеску и со стороны удаляемой части под произвольным углом делаю насечки, чтобы материал немножко у меня ушел. Он доходит до прорезки ножом, и все, и отщепляется. И со второй стороны. Вот этот V-образный, так скажем, паз служит направляющий нам для нашего пропила, и делаем пропил. То есть, ставя полотно пилы, она уже четко фиксируется в этом положении, в каком нужно. Удаляем. Ну и давайте смотрим, что получилось. Карандашная разметка. Я до конца вычищать тут не стал, это не столь важно. Легко залез брусок. Немножко люфт. Теперь от ножа. Люфта вообще нет. Ну теперь давайте разъяснение дам. Нож проводит строго четкую границу вот этих граней. Карандаш же, как бы он остро не был заточен, какой бы он ни был, он делает линию произвольную. Она все равно равна хоть несколько десятых миллиметров, но она будет. Вариант развития при распиловке. Либо вы, в принципе, режете по линии и немножко профукаете размер, и у вас получится вот так. Либо вы делаете с большим отступом, ну не с большим, но пусть миллиметр даже. И далее уже подрезаете стамеской до нужного размера. Ну, третий вариант тут. Либо вы угадываете размер, но это лотерея. И даже имея большой опыт, можно легко ошибиться все-таки.
пропил тоже имеет свои размеры, и четко угадать вот этот размер вряд ли получится. Нож же задает строгие границы, то есть при разметке ножом и далее подрезкой стамеской у нас получается, ну это я увеличенно нарисую, вот линия разметки ножа, и мы вот так делаем подрезку стамеской, и у нас пила становится четко в нашу границу, и профукать размер ну практически невозможно. Также плюсом считается еще вот эта у вас грань будет не лохматая, даже после качественной пилы все-таки какой-то там микролохматость может есть. Здесь будет она с четкой границей, с четкой гранью. Таким образом можно, допустим, если нужно вручную отторцевать у вас какой-то брусок, также с помощью угольника вы проводите разметочным ножом все четыре стороны, стамеской также подрезаете и отпиливаете. Вначале две смежные стороны делаете пропил, потом перевернули и вторую сторону допилили. При использовании, при изготовлении каких-либо шипов, показал всего лишь на примере, но все, как вы видите, все наглядно разъяснено. Сотни примеров, ну или десятки, я думаю, приводить не стоит. То есть для чего он нужен? Для разметки четких границ при дальнейшей деревообработке. Ну, на сегодня у меня все, друзья. До скорой встречи. Пока.